Первое, у нас, значит, как и обещала на приеме граждан Лада Михайловна, выделили деньги на проведение инженерно-геологических изысканий. Объявлен аукцион, 2,5 миллиона, все выделило нам 3, но у нас там экспертиза и так далее, и так далее. 2,5 миллиона, в эти мероприятия входят инженерные изыскания и все, что необходимо для постановки тех задач, которые мы поставили. То есть изучаем, смотрим, делаем выводы после этого и, как мы говорили, принимаем дальнейшее решение по итогам инженерно-геологических изысканий. Так, смотрите, у нас завершение подачи заявления 12-го. Я прям выписал специально, потому что вы же, наверное, пишете все, да? Да, мы читаем. Да, читаем, да. Подведение итогов 13-го, контракт 24-го. Документы нам подрядчик должен сдать 17-го, уже ноября. И полностью контракт должен быть завершен 20-го. Здесь главный вопрос не в том, что вот эти, в этих цифрах, а, как мы все понимаем, чтобы это было качественно, понятно, чтобы устроило и нас, и вас. Второй вопрос, который освещался в СМИ и ко мне обращались, и видео, это под мостом эти самые трещины. Мы потом поедем, их посмотрим, ну, отсюда. В свою очередь мы обратились в Министерство дорог и транспорта, значит, соответственно, ждем оттуда ответ, потому что это федеральный, это областной объект, и ну, какие-то выводы совместные мы сделаем с ними. Вот эти руины, они были уже в конце июня, начале июля, когда первая часть рухнула, придавила деда, и сразу гагаринская администрация приехала и снесла. И почему в тот же день или там через неделю не было вынесено вот это предписание хозяину руин? Мы потеряли 2-3-4 месяца почти. У меня вообще много вопросов. Почему вот это по весне не было обследования? Почему где-то деньги не выделяли? Я на него отвечу. Потому что никто не просил. Нет, вы не ответили. Как не ответили? На что вы ответили? На тот момент такие деньги были, на них и сделали. Не, а 3 миллиона-то? 3 миллиона вообще. Их же никто не просил. Почему не просили? Нет. Просили. Не в просил. Дому не выходили с этой просьбой. Мы вот все мониторим. Только после того, как вот к мэру сходили, тогда выделили. А почему до этого нельзя было? То есть мы потеряли сколько? 4 месяца, да, даже больше, да? Да, вот больше. Мы 9 месяцев проходили, постучались по всем дверям, и в итоге дошли до мэра, и в итоге деньги выделили. Почему раньше нельзя было это сделать? А потому что никто не подавал просьбу эту. Ну, я уже ответил. Ну что, у меня на допросе, что ли? Я вам ответил, вы задали. Ну, мы приехали задали, ответить на вопросы. Вы говорите, что будет мониторинг оползней. Каким образом? Не просто вот так приехать посмотреть, и мы вам покажем, вот тут сползло, вот там треснуло. Что будет делаться, чтобы был мониторинг? Ну да, мониторинг сам как происходить как будет? Как он будет происходить? Ну, мониторинг, подрядчик будет выезжать. Подрядчик это кто? Который выиграет. Не, вот мы сейчас, вот у нас сейчас комиссия по мониторингу оползня. Вот, да. Что заключается? Она так называется. Да. Что если будет входить в ее... Да, и в состав комиссии, регламент мы хотели бы прочитать. Мы хотели бы регламент прочитать. Нет, какие цели она преследует? Рабочая группа, в том числе и вы член этой рабочей группы. Рабочая группа. Какие цели преследует данная рабочая группа? Вот вы член рабочей группы. Вы знаете, какие члены на вас обязанности возлагаются? У меня предложение. Мы собрались в рабочую группу. У меня просто предложение по делу. Мы сейчас должны выработать общее решение. Включим его, рассмотрим. План этот создадим, да? И будем по нему делать с учетом их пожеланий. Так вы уже с планом должны приехать были. Вы глава РИ у нас. Правильно я понимаю? Хорошо. Вот эти вопросы обсудить с ними. И дальше будем как-то решать по мере возможности. Но сразу предвосхищу события. Нет, вы просто так и взяли, как на расстрел. Я нормально задаю вопросы. Посоветоваться, спросить, я в чем проблема. Я не хочу с вами советоваться, понимаете? Толк какой советоваться, если вы не знаете ответы на наши вопросы. Но я сразу говорю, мониторинг это не просто приехали, погуляли, посмотрели. Мониторинг это маячки. И тогда мы можем мониторить, как оползень увеличивается. Да, движется он. А это что за гуляние массовое тут? С какой скоростью? А то вот в следующий раз вы приедете, там вот, например, трещина, а вы скажете, она была. Может, как-то это зафиксировать надо? Вот здесь, например, сейчас пока что нет трещины. Как это будет фиксироваться? Только нашими это зрительными органами? Организация должна фиксироваться. Нет. Для того, чтобы ей... А рабочая группа нам зачем? Вы нет. Создали. Вы хотели. Я ничего создать. Не создавал. Ну, вы же... Подождите, кто создал? Я попросил создать. Да. Попросил, да.
Но не, я не создавал. Зачем вы подменяете понятие? Хорошо. Создал кто? Департамент Гагаринского района. Правильно? Просто рабочая группа для галочки никому не нужна. Конечно, и я того же мнения. Ну да, и мы того же мнения. Поэтому мы и спрашиваем, какие цели преследует рабочая группа. Вы как председатель, скажите нам, пожалуйста. Вот, я приехал специально с вами посоветоваться, что будем делать. Вот, мы вам предлагаем, все хорошо. Вот Инна Кимовна высказалась. Нам нужно это непосредственно не просто пройти и посмотреть, а отмечать это контрольные точки. Нет вопросов. И геодезия тут не нужна. Вы как инженер скажите нам, пожалуйста. Вы же инженерная защита. Вы как инженер скажите. Что, вы предлагаете нам вот выбраться, пойти, забить колышки, замерить рулеткой и зафиксировать. Представляете? Давайте. Ну, если мы в рабочей группе, да, если мы и мы с вами группе, пойдем. Давайте, если надо рулетку, пока мы это не делаем. Никто не против. Давайте назначаем день и пойдем. Так, теперь вопрос у меня. Замерять. Да нет вопросов. Пойдем. Нет, еще с удовольствием. Давайте. Еще один вопрос. Давайте. Кто мне там у мэра говорил, что это ломают хуторок? Где? Он как стоял, так и стоит. Они еще окна заложили кирпичом, чтобы им вода туда не попадала. Это нормально, да? Утяжеляет край, что руины, что это. Почему не убрать и хотя бы уполаживать не начать, а? Вот это не должно быть. Согласны? Это что, водосток называется? Она вот такая неровненькая. Вода, это она вот замывает сверху, это вода. А образовалась там у нее.